Разбирая на аппаратном совещании публикации региональных СМИ, Сергей Морозов обратил внимание на материал одного из ульяновских сайтов, где идет речь о закрытии школы в Старой Майне, которая якобы нуждается в срочном ремонте и находится в аварийном состоянии. Недели ранее в самой Старой Майне в школе было организовано родительское собрание, где педагогическому и родительскому коллективу школы сообщили о том, что школа в аварийном состоянии. Возможно, ее закрытие всколыхнуло общественность района, ведь в образовательном учреждении учатся 262 ребенка. Обсуждение проблемы старомайнской школы достигло серьезных масштабов. Захотели построить школу? Нет проблем. Если вы прошли, так сказать, в тот перечень, который давно уже утвержден, значит, тогда школа будет построена. А просто так, знаете, ничего не бывает. Поэтому просил бы, так сказать, Сан Саныч дать поручение, чтобы мы там все это разобрались. Глава администрации Старомайнского района Василий Половинкин настроен на решительные действия. По его словам, в аварийной школе есть трещины. Сейчас мы обсуждаем характеристики земельного участка для новой школы, покупаем проект. В аварийной школе есть трещины, и на них мы наложили маячки. То есть, если трещина расходится и увеличивается, бумажки, наклеенные на границе трещины, порвутся. Но параллельно делаем шаги по вхождению в одну из трех программ. Первая – совместная с Финобром программа строительства новых школ. Вторая – программа устойчивого развития территорий. Работаем совместно с Минсельхозом. Третья – капремонт. И деньги, необходимые на ряд работ, тоже, к счастью, есть. По заверению главы районной администрации, статьи, которые обсуждает широкая общественность региона, не более чем провокация. Но покой и сон родителей, обеспокоенных судьбой старомайнских детей, потерян.